А эти кадры приходят из Аргентины. Там в столичном метро женщина случайно упала на рельсы. Ее невольно столкнул стоявший рядом мужчина, который внезапно потерял сознание. Все произошло за считанные секунды до появления поезда. К счастью, пассажиры на перроне не растерялись. Они стали бурно сигнализировать машинисту. Поезд остановился в нескольких метрах от женщины.